Выставка, посвященная известному революционеру 20 века, открылась в Ленинском мемориале. Проект музея ГУЛАГа под названием «Троцкий. Комиссар возвращается» стал логическим продолжением первой части выставки «Комиссар исчезает», которая экспонировалась в мемориале весной. Проект должен публично зафиксировать возвращение этой знаменательной фигуры в историю советского времени. Лев Троцкий – это одна из ярких фигур российской революции. И сегодня, когда мы идем навстречу столетию, сегодня ее называют «Великая Российская революция», то Лев Троцкий, конечно, мы должны об этом помнить, несомненно, был одной из ведущих, одним из движителей этой революции. Все экспонаты, а это около 170 фотографий, были предоставлены известным коллекционерам и фотографам Дэвидом Кингом. Обширная коллекция бережно пополнялась на протяжении целых 40 лет. За это время были собраны фотографии, которые долгое время вычеркивались из официальной советской историографии. И, на мой взгляд, это очень символично, что выставка открывается в Ленинском мемориале, потому что в каком-то смысле именно здесь место Троцкого. Ну, то есть рядом с Лениным, я хочу сказать. Он, по своему значению, я не думаю, что он уступает Владимиру Ильичу. Выставку уже ждут и в других городах страны. В нашем городе она продлится до 10 декабря. Дарья Сударева, Павел Макаров, новости Ульяновской правды.